Друзья, всем доброе утро. Сейчас 7 утра. Это максимум, что я успеваю, в принципе, сделать вот такой вот бутербродик себе на завтрак. И плюс, ну, в 7 утра я мало что вообще могу съесть. Я раньше вообще до вот этой диеты я не завтракала. То есть я только выпивала чашку кофе с молоком и все. И потом ела аж в обед, где-то в час, бывало в два. Ну, то бишь, это неправильно, естественно, поэтому и пришла вот к такой диете, и максимально стараюсь. В общем, здесь у меня такой вот хлебушек, короче, их можно там диабетикам, не знаю, короче, мне еще, знаете, я не проснулась в 7 утра, какой он там, правильно сказать. Ну, в общем, есть отметка на нем, на этом хлебе, что можно диабетикам. Наверное, значит, и мне можно. Думаю, такой можно. Тем более, это 4 дня я вообще была без хлеба. Даже такого я не ела. Но сегодня форс-мажор. Потому что мне надо завтракать очень рано. Вот. Поэтому вот здесь пол авокадо. Даже, наверное, меньше, скорее всего. Где-то четверть. Потому что очень большое авокадо. И вот такие вот полосочки слабосоленой красной рыбки и подсыпала черным кунжутиком. Такой вот у меня будет сегодня первый завтрак, а сколько у меня будет второй завтрак или, скорее всего, ну, обед уже будет без второго завтрака, без перекуса, потому что мне неудобно брать на работу перекусы, ну, такое, если яблочко или бананчик, но бананы мне нельзя. Ну, так в чистом виде, да, что там сахара много. Яблоки я в чистом виде тоже не грызу. И сегодня у меня еще жутко болит с вечера спина. Ну, вернее, она еще днем начала болеть, поясница. И ночью она мне просто не давала спать. Блин, это ужас. Я нифига не выспалась. Так что вот такой вот первый мой прием пищи в 7 утра. 8 утра, заехали на заправку. Что-то не дешевеет бензин. Да какой там, все только дорожает. Итак, следующий мой прием пищи, 11 утра. Потому что что-то как-то я уже проголодалась после завтрака. А здесь булгур с курочкой, совсем чуть-чуть полагурчика и столовая ложка консервированного горошка. Так, сейчас я прохожу теплицы, типа, ну, короче, тут цветы, да. В общем, поснимаю вам немножко, покажу. Боже, тут запах, конечно. Это пионы, ё-моё, пион в горшке. Я, правда, не вижу, сколько он стоит, но пион в горшке. Слушайте, тут еще больше цветов стало. Это цикламены. Те, которые вот в лесу, только здесь более, да, вот цвета разные. Вот в лесу я вот такие снимала. Боже, какой запах. Тут просто божественный. Там мята в горшках, походу. Да, это реально мята. Это, не знаю, тоже какая-то травушка-муравушка. Капец. Это, да. Здесь не так, но вот там, и там еще вот эти вот фиалки. Это капец, какие они красивые. Ну, наверное, ж фиалки. Я не такой уже цветочник. Блин, класс. Или анютины глазки. Вот это вот, наверное, которые маленькие. Вот эти побольше, наверное. Да. Запах. Это какие-то кактусы, наверное. Маленькие. Это похоже, как, знаете, видео я снимала в парке Утопия.
Там тоже куча цветов. Ну, там в основном орхидеи. Это забыла герань. Как же она, господи. Тоже мне она очень нравится, но это, наверное, только-только начинает цвести. Кактусы. Hello. А тут подарочные. В горшках эти нарциссы. Каллы, боже, какие они красивые. Желтые, белые, бордовые. Капец. Вот это вот сколько хожу, не понимаю, что вот это вот с колпачками, с этими. Вот это лютики, походу, разные. Ну, во всяком случае, похоже. Там уже такое большие какие-то цветы. Спецфилиум. Там вот такие цветы. Букетики. Посмотрите. Букетики. Ну что ж, потопала я дальше. Сейчас хочу приготовить себе на полдник запеченное зеленое яблоко с творожком 5%. Вчера вроде не купила. Буквально 2 ядра я брошу, наверное, орешка грецкого, других нет. И чуть-чуть капельку меда. В общем, вот так вот яблочко я внутри очистила. Сейчас вовнутрь добавлю я немного творога, орешка и медика. В общем, одну чайную ложечку я положила. Вот здесь вот одно ядрышко я вот так вот измельчила, целенькое, которое было. И сейчас сверху еще творожка. Сейчас отправлю, в общем, в духовку. Когда оно запечется, я сверху полью медиком. Яблочко мое запеклось. Сейчас вот чутка меда добавлю. Что оно... в квартире так холодно, что аж мед загустел. Так, достаточно. Добавила еще пол ядрышка грецкого ореха. Итак, друзья, сейчас уже 19:10. На ужин, в общем, я себе сделала овощной салат сегодня и подумала, что надо доесть булгур с курицей. Вот здесь просто столовая ложка. Ровно, и поэтому, ну, для обеда как бы мне было много. Остался ни туда, ни сюда. Думаю, доем я на ужин. И не готовила поэтому сегодня рыбу на ужин. Да и, если честно сказать, не очень себя хорошо чувствую из-за своей спины. Я сейчас просто как какая-то бабулька хожу. Покупалась, смазала мазью спину. И, короче, замоталась пледиком. Ну, в общем, как-то так. Так что вот такое вот видео, друзья. На этом я заканчиваю его. Спасибо большое за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь дальше на мой канал, ставьте палец вверх. И всем пока-пока, и всем будьте здоровы!